это? Я не знаю. Чего он от нас хотел? Мы же ему никто. Ты его убил? Я сделал то, что должно. Одного, ладно? Ладно. Вверх. Ты раньше убивал людей? Ты это умеешь. Мы делаем, что нужно, чтобы выжить. Я понимаю, звери. Они и пища. Браугры, они и так уже мертвы. Но люди... Они же тоже хотят выжить. Закрой свое сердце. На пути нам предстоит столкнуться с самыми разными тварями. Не пускай в свое сердце их отчаяние. Не пускай их страдания. Не давай себе сопереживать им. Они тебе не станут. Я понимаю. И это было тут всегда? Поможешь мне забраться? Будет лучше видно. Оп! Так, здесь идти некуда. Разве что по мосту. Его опустить. Вперед. Есть. А! Место. Сын. Да. Стоп. А как же ты переберешься? Отец, пойдем! Там висит ведро. Наверное, для приношения. Мама говорила, кто поклоняется Одину, кладет в ведро приношение и вешает повыше от воров. Оно старое. Глупо. Что глупо? Поклоняться богам? Богам плевать на них. Люди не должны поклоняться монстрам.
Отец, по пути мы встретим других людей? Да. Мирных? Нет. Грабителей? Возможно. Да. А. Смотри, раньше весь наш лес защищала полоса деревьев, но вон там в ней прореха. Это ты срубил? Она выбрала деревья для своего костра. Я не понимаю. Идем. Не оглядывайся. Сколько времени уйдет на дорогу до горы? Я не знаю. Успеем до зимы? Не знаю я. Ладно, ладно. Они нас не видят. Стрелять? Жди команды. Низко! Цель, соберись! Я помог? Если хочешь помочь, отвлекай их. Если враг не моя цель.
Значит, твоя, но только если уверен, что справишься. Справлюсь. Сын, сюда. Ладно. Поселение йотунов. Йотунов? Великанов. Ты можешь прочесть? Не все. Мама научила меня языкам, которые знала. Они вроде как родственны, поэтому я могу иногда разобрать смысл в незнакомых. Что-то еще? Стреляй медленней. За скорость платишь меткостью. Понял. Эй, кажется, там сундук. Кажется, здесь можно пройти. Ого, как ты это сделал? Иди. Ага. Вон гора, идем. Погоди. Крепкий. Видишь? Держись! Скорей! Я сорвусь! Держись крепче! Я сейчас!
Все обошлось. Хватит бегать. Спешка дорого стоит. Прости. А, снова драугры. Но эти не движутся. Они мертвы? То есть, совсем мертвы? Сын. Живые, живые! Помни, меткость важнее скорости. Последний. Ну как, лучше? Все равно спешишь. Не надо, пусть даже выстрел будет один. Контролируй себя. Посмотри. Читай. О. Тут раньше был рынок. Давным-давно великаны торговали тут с богами. Интересно, бывал ли тут Один? Кто-то наверху! Кто-то ломает стену! Ты слышишь? Что это? Увидим. Не отходи. Что это? Мы пойдем на это жуткое пение? Стрелы!
Это была настоящая вельва. Никогда не думал, что увижу. Ты сказал, что нас могут попытаться ограбить. Я убью того, кто рискнет. Я не боюсь. Если придется драться с людьми, ты отойдешь в сторону. Понял? Но я умею сражаться. Я запрещаю тебе ввязываться. Разговор окончен. Ugh!
Почему тот человек напал на тебя? Я же сказал, сын, больше ничего не знаю. Наверху! Готово! Что это там? Сделал.
Надо подняться обратно. Ну как? Иди за мной. Тут еще одна дерьма. Иди сюда. Я убью ее, только скажи. Это не все. Мертвецы, думаешь, тут безопасно? Думаешь, безопасней там? Фу, что за вонь? Давай! Это скитальцы? Нетронутые, гляньте. Быстро разводите костры! Зигмунд, ножи! Уже столько дней без мяса. Мясо? Это мы? Назад. А вдруг перекинуться? Живыми будем держать, а мясо отрезать понемножечку. Сражаться я буду один. Он убил Гунтера! Он убил Гунтера! Мальчик! Закрой свое сердце. Идем. Нам предстоит долгий путь. Yeah.
вернулись. Они вернулись. Все кончено. Давай уйдем. Тогда соберись. Надо искать выход. Это цепь. Всегда есть выход. Вот. Опусти цепь. Ладно. Атрей, цепь. Да, цепь, точно. Ты ушел в свои мысли. Не думай, он бы тебя убил. Я знаю, так было нужно, я знаю, просто... Тогда идем домой. Что? Так быстро сдаться, едва начав путь. Стой, нет, я не сдался, я справлюсь. Я просто... мне надо, ну, отдышаться. Поднимайся, я готов. Слушай меня. Чтобы хорошо сражаться, воин не должен сочувствовать врагу. Впереди у нас долгий и трудный путь. Мальчишке на нем нет места. Ты должен стать воином. Я понял. Вставай, двигай тушей! Я тебя так отпинаю, стрелой помчишь! Давай! Чего разлеглась? Вставай уже! Ну, пошла!